Уже убрал, да? Так, убери оружие. Окей. Ты чё? Ты чё? Дружище, ты чё? Ты чё? Чё с тобой? Ты куда, дружище? Я же убрал оружие, ты чё? Чё за шухер-то? А? Так. О-хо-хо! Нифига, это чё, это? Ты не пёс! Хрюшка! Привал организовать. Опа, бандюгани! Чуваки, вы со мной по бандюганям? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами сталкер, сталкерить по сталкерушечке. Вот, так, у нас с вами... мы с вами, значит, погоди, мы с вами должны отправиться обратно в лагерь и забрать награду, короче, у Сидоровича. Вот. Короче, анекдот. Ну давай и пойдем. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Неваке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. А где смеяться-то? Устал я. Вот и я там же, где смеяться нужно. Так, окей, отправляемся в лагерь. Вот. Отправляемся в лагерь к Сидоровичу, отдаем ему. То есть забираем у него. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кабанчик! Отлично. Забираем у него награду, короче. И вы мне уже пальцем ткнули. Так, тихо. Ткнули уже пальцем. Это что? Не работает? Окей. Ткнули пальцем уже, где лежит бронька там в лагере. Вот, поэтому мы ее... Опа. Поэтому мы ее заберем. Вот. Так. Правильно, да? Я там не замаснул. Я уже не помню нифига, блин. Так, ладно. Заберем, короче, броньку и возьмем следующее задание. Это, по-моему, убить какого-то торгаша, что ли, или что-то такое было. Напоминаю, что мы с вами купим на гром, или как там, гроза там называется, оружие. Вот, как только мы накопим, сразу возьмем спецзадание у Сидоровича. Потому что броньку уже, в принципе, не надо будет нам покупать. Броньку мы сейчас найдем. Так, что, я выдохся, что ли? Что-то быстро. Ладно. Вроде только что сидел у костра, отдыхал, а, блин, теперь уже выдохся. Окей, ладно. Сейчас посмотрим. Так, оружие убрал, да? Так, убери оружие. Окей. Ты чё? Ты чё? Дружище, ты чё? Ты чё? Чё с тобой? Ты куда, дружище? Я же убрал оружие, ты чё? Чё за шухер-то? А? Объяснишь, нет? Скажешь что-нибудь? Привет, меченый, что нужно? Здесь одна фабрика старая недалеко, так мы с нее бандюков выбиваем. Они каждый раз опять возвращаются. И месяца с последнего раза не прошло, а они уже тут как тут. Ты вообще поосторожней там. Ну окей. Ладно, окей. Окей. Так, давайте сейчас первым делом, короче... Сидорович, хотя... Нет, давайте броньку возьмем. Оденем ее, а то, что у нас, короче, продадим. Да? Да? Как я? Как вам? Как вам, а? Так, по-моему, здесь.
Ну, я бы своим, короче, умом... Не до... Да, да в смысле? Я бы... Собака. Я бы своим умом, короче, не догадался, что нужно вот так вот сделать, вот так вот пройти вот здесь. А-а-а! Вспомнил вот. Вот так вот, вот так вот, давайте, вторая попытка. А-а-а! Контрактник в зоне. А, еще раз, давайте. Вот так вот пройти. А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Так вот пройти, так, залез, окей. Вот так пройти, вот здесь пройти, вот так. Погоди-ка. Стопэ. На ту, что ли? А что-то я забыл. Я забыл, где бронька лежит. Бронька, 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 бронька. Так, стопэ. Не, не туда. Ну-ка, давай я сохранюсь, короче, и сейчас порыскаем вот здесь. Где-то, короче, броня здесь должна быть. Бляха, надо было... Надо было перед тем, как записывать, короче, посмотреть... Посмотреть видос. Так. Здесь ни черта. А, да, да, все, вспомнил. Короче, она где-то... Где-то в дырке. Где-то в дырке, короче, находится. Во. Где-то... Где-то... Вон она. Так как бы ее теперь достать? Это же она там лежала? Или... Погоди, она в какой-то дырке? Не, это не та броня. Так, стопы. Да не убиваю я никого. Стопы. Какой-то, короче, дыре. Чё-то не понимать я. Чё-то я не понимать я. В какой-то дыре находится эта броня. Но это не она. Это не она. Где-то, наверное, вот здесь она. В какой же дыре-то находится, а? А? А, короче... Короче, я дундук. Надо все-таки перепрыгивать вон на то здание. Все-таки нужно перепрыгнуть на то зданице. Окей. Давай сейчас попробуем. Вот как-то... А че не бежим? Оп. Отлично. Хорошечно. Так, стопэ. Не разбегаемся, не разбегаемся. Окей, 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 окей. Так. Где-то она теперь... Где там дырочка? Разгавкались там. Так, вон она. Я ее вижу. Теперь ее надо как-то взять. Оп, все. Отлично. Отличненько. Отличненько. Окей, вот такая вот у нас теперь бронька. Теперь мы крутые. Мать его, теперь крутые. Ништипули. Теперь можно идти, короче, к Сидоровичу спокойно. Спокойно копить... так, что-нибудь положили? Нет, ничего не положили. Спокойно копить, короче, на грозу, на гром. Как он там называется, не помню. Громоотвод. Громыхалу. Хабар принес? Да принес там что-то. Так, по поводу задания. Косарик, отлично. Получены патроны. Для Жикана.
Окей. Так, устранить двух бандитов на свалке. Хм. Притащи их 80 собаки, убить торгового представителя. Ага. Так, смотри, еще на свалке есть двух бандитов, нужно устранить. И торговый представитель. Ну, я не знаю, давай-ка. Давай торгового представителя. Прикинь, тут недалеко крутится какой-то чудак, который представляется моим торговым представителем. Пользуется, значит, моей репутацией. А потом толкает не кондиционку, сломанные стволы, разваливающуюся броню, просроченные консервы. У меня тут уже было пару разборок с недовольными. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем, вплоть до некондиции. Давай, я берусь. Это мы умеем. Так, окей, давай ему продадим вот это. Так, да. Продадим вот это, продадим вот это. А где? А где? What the fuck? А где у него оружие-то? В смысле? Что за дичь? Что за фигня-то? Почему так-то? Так, это тоже все продадим. Что за фигня? Ну ладно, может появится. Пока все равно, короче, давайте купим 20 тысяч, да? 20, по-моему, стоил. Купим 20 тысяч, короче, и там уже посмотрим. Вот. Так. Не знаю. Пока ничего брать у него покупать не буду. Я ему только продам. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. А то. Ну, будет еще, заходи. Конечно. Так, окей. А что мы? По принципу 5, да? Заберу. Так, 15. Ага. Ага. Так. Консервы, тут гранаты. В принципе, все. Окей. Так, что там у нас? Задачи. Задача убить торгового представителя. Все, чики-пуки. Ого. Ого, как далеко-то. Карта зоны, бар какой-то. Я вот здесь. Свалка. Прикинь, тут не... Фига так далеко. Окей. В принципе, мы мимо свалки будем проходить. Давай у него еще возьмем и... Так, по поводу задания. А, стой. Нужна работа. Так, устранить двух бандитов. Недавно одно из лучших мест зоны стало недоступным для любителей прекрасного. На свалке... Угу, именно на свалке есть закуток. Вроде ничего такого, но тебя покидают все печали, в котором ты забываешь о грязях... О деньгах и крови. Точнее, забыл, потому что теперь там сидят два грязных урода, которые грозятся пустить кровь каждому, кто не заплатит им за посещение этого края. Устрани их, мне туристов водить некуда. Давай. Окей. Так, будем мимо свалки проходить, поэтому берем, короче, это задание. Так, это что? Угу. Сделать проход в одной из лучших мест зоны свободным. Чего? Чего? Так, устранить. Хорошо. Погоди, а почему у меня не отмечено, не показано на карте? Не понял. Нифига. Да, почему не отмечается? Перейти. Окей, ладно. Я вот здесь. Мы идем сюда. Можно какую-то метку поставить, там, не знаю. Окей, ладно, допустим. Так. Ну, окей. Торгового представителя убить. Ставим. Чтоб нам хотя бы в ту сторону показывал. Ну что, народ, бывайте. Я погнал. Не поминайте лихом, короче, если что меня там. Если меня там грохнут или... Еще что-то. Вспоминайте меня как веселого доброго сталкера. Собачки всякие.
Кстати, с Фалка это новая локация, мы там не были, да, еще. Да, мы и здесь еще, как бы, в принципе, не все вроде бы облазили. Блин, а чё он мне так устает так быстро? А чё я без оружия-то? Вообще просто отчаянный. У меня, кстати, автоматик же есть, да, там? Какой-то. Ух ты, ух ты, ух ты. Стая диких псов. Опять слепых псов. Умри. Так. Так, 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 так. О-хо-хо! Нифига, это что, это? Ты не пес! Ты не пес! Хрюшка! Ты ни хрена не собака. Да пошел ты! Разбежались. Окей. Окей. Пласты-то есть? А если найду? Ладно, допустим. У меня, кстати, есть два вида патронов. А вот дробаша. Такой вот. И вот такой вот. Угу. Ну ладно. Так что кто-то дышит. Тихо ты. Это он мне? Или он кому-то там? Не знаю, кому он там. Может и мне. Может и мне. Блин, собака как будто в унитаз гавкает. Такое эхо. Или это у меня наушники так. О, здорово, чуваки. Откуда идете, что видели? Оружие убрал. Привет. Привет. До встречи. Ну, до встречи. А ты? Гляжу, ты тут не особо пока ориентируешься, так сразу предупреждаю, по-соседски с вояками не связывайся. Увидел, вали к чертовой бабушке, а то мозгов у них ноль. Сначала очередь прошьют, а потом уже по документам поглядят, как звали. Давай в лагерь, там все слухи узнаешь. Все, кто в первый раз, новички, вот вроде тебя, к нам обычно заходят, опыта поднабраться или отдохнуть, малеха. Под боком у нас вояки стоят, их сильно не бойся. Но и не маячь особо. Могут пальнуть, это им как два пальца. Тут недалеко от торгаша, ну, перекупщика здешнего, есть место, где можно себе спокойно привал организовать. Опа, опа, бандюгани? Бандюгани! Бандюгани! Чуваки, вы со мной? По бандюганям? Ой. Ой. Так, наверное, пистолет взять надо. Я никого не вижу. Я тебя не убил? Окей. Окей. Да умри ты уже. Так, почему они так далеко? Эй, чуваки, эй, бандючки, подойдите сюда, пожалуйста. Поближе, пожалуйста. О, нифига их там. Шалупонь. Блин. Я думал трупов обыскать, а там вообще одни кости, там обыскивать-то нечего. Я по нему попал, но не убил. А, тот пускай с собаками разбирается. Да что такое мазила-то? Отлично, готов. Отлично, готов. Так, погоди. А, может, автомат? У меня всего 14 патронов в нем. На тебе в борщ.
Он реально сказал на тебе в борщ? Ладно. Да блин, а что они такие пули непробиваемые-то все? Че за дичь? Ты где? Убил? Вроде как закашлял, наверное, убил. Но тут далеко, блин. Так, собаки. Собаки. Песики. Тишкина ты жизнь. Так. Там, наверное, у трупа что-нибудь есть. А где он? Где этот трупарь? О. Так. Хорошо. Песики. Ну-ка. Ну-ка, свистали отсюда. Так. Ага. Юрка, грозный. Да, Юрка грозный, что ты не умираешь-то? Юрец. Хорошо. Фу, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Псина. Разогналась, блин. Так, тебя я смотрел? Нет, не смотрел. Хорошо. Это мое, если что. Это все мое. Так, что-то там справки всякие. Справки там всякие. Так, артефакты, каменный цветок. Рождается в аномалии трамплин. Такой артефакт можно найти. Мы это читали. Радиация. Когда персонаж находит... Тихо! Их не затрала шавка. Шла вон нахер отсюда. Так, что там, радиация, да? Когда персонаж находится в зоне с высоким радиационным фоном или носит на поясе радиоактивный артефакт, у него появляются признаки радиоактивного поражения. При этом у персонажа начинается уменьшаться здоровье. Для снятия эффекта радиационного поражения можно воспользоваться антирадаром, антирадом или водкой. Окей. Окей, на. Так. А что, тут моих перестреляли? А, нет. Я думал, моих перестреляли. Хорошо. Хорошо. Так, у этого патрончики от автомата по-любому есть. Блин, столько... Так мало патронов дают, вообще жесть. Просто жесть. Это же, блин, не метро, чтобы... Патроны вот так вот экономить. А-а-а, пистолет мне нахер не нужен. Иди обратно. Так, а там радиэйшн, да? Там, наверное, по-любому что-нибудь вкусное лежит, нет? Но я не вижу никаких коробочек. Так что нафиг. Я не вижу никаких коробочек. Так, почти дошли. Почти дошли. Так, жрать. От такой перестрелки аж жрать захотелось. Давай тушеночки. Хавнем. Ух ты, какой-то блокпост. Надеюсь, там не военные. С военными я пока еще не готов. Это кто? С военными пока я еще не... А, бандюгана. С военными пока еще не готов сражаться. Блин, так далеко. Так далеко, а близко подходить опасно. У них потому что автоматы. У меня тоже автомат есть, но у меня патронов нет. Блин, как бы мне за дерево. Сейчас мы пока не дёхаем с вами, дружище.
Хотя не друзья вы мне, гниды бандитские. Но. Быстро. Они еще обзываются, падлы. Так, о, улица. Так. Минус один, хорошо. Оружие заклинило. Ёпти мать. Чё за нахер? Давай поближе да подходи. А, падла. Там кто-то обходит вообще тут просто стороной. Заходи, сбоку, заходи. Давай, давай, заходи, заходи, заходи сбоку. Поближе ко мне. В смысле? Через бетонную стену стрелять собрался? Этот там вообще свалил. Окей, ладно, допустим. Так. Где вы? Дядьки. Эй, ты где? Иди сюда. Где вы, блин? В доме, что ли? Так, раз. Отличненько. Отличненько. Так, еще один автомат, смотри. Я не знаю, стоит его взять, не стоит. Блин, мне автомат в любом случае нужен. Ага, здесь пусто. Автомат мне в любом случае нужен. Так, давай-ка здесь посмотрим еще на улице, что. А пусто. Так. Открылся там. Ну-ка, где ты? Ей. Это тот, который меня со стороной обходил, да, пытался? Угу. Допустим. Допустим. Так, а здесь я кого-то убивал? Нет. Я, по-моему, здесь кого-то убил еще. Или нет? Ладно, давай на вышку посмотрим. Да, чё? О, пусто. Так, погоди, давай-ка сделаем так. Я вот этот автомат, короче, уберу сюда. Потому что патронов от него мало. А в смысле? Патронов от него мало, короче. А я похожу вот с этим пока. Гадюка, да? Одно из самых лучших в классе пистолетов, пулеметов, оружия. В течение последних десятилетий 20 века был принят на вооружение спецразделением армии и полиции во многих странах мира. Сначала постепенно его замены более современными моделями стали часто появляться на черном рынке, откуда массово попал и в зону. Боеприпасы основной парабеллум. Угу. Так. Я думаю, от гадюки, короче, побольше будет патронов попадаться пока что, чем от... Да спускай... Да в смысле? Никогда не понимал в шутерах лестница. Никогда не понимал. Что здесь? Храни, боец, винтовку, как жизнь свою, чтобы меткость и сноровку иметь в бою. Окей. Неплохо так. Аномалии. Очаг радиоактивности. Зона повышенного уровня более 50 МКР... Час радиации. Необходимо избегать длительного нахождения в подобных местах. Грави. Можно обнаружить около аномалии типа воронка или у другого сталкера. При ее ношении некоторая часть радиоактивных лучей накапливается в организме, в то время как основные пучки расходятся радиально от тела. Цена средняя. Окей. Тут закрыто. Ладно, идем на свалку или куда там. В другую, в новую локацию. В новую локацию, мать его. В новую, мать его, локацию. Ты чё, козёл, не врубаешься?
Опа, бандюгана. Так. Вы где? Ты чё, козёл, не врубаешься? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов. Кого-то прижимают. Артефакты гони, быстро, мэм, придурок! Быстро, мэм, придурок! Ёпты, он умер, что ли? Так, ладно. Его убили, что ли? Отложить свою помощь бесу. Окей. Окей, на. Сейчас мы тут все позабираем и предложим свою помощь бесу. Божечки. Божечки. Уменьшенный. Так. Где там? Предложить свою помощь бесу. Погнали. Жалко, пацанчика не спас, короче. Ну что поделаешь. Так, это типа свалка. Запорожец. Ух ты. Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили, остальные братки отступили. Но явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало и лишний ствол не помешает. Так, продолжай. Мы им тут устроили им засаду. Они пойдут со стороны не Агропром с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Да, окей, чё? Базара ноль. Так. Базара ноль. Батон. Он что, с батоном воевал, что ли, или чё? Идут! Они идут! Где? Отлично, мужики. Выдвигаемся на позиции. Давай. Где наши позиции? Какие пожарки тут, смотри. Вертушки. Реально свалка. Здесь по-любому... Блин, здесь столько железа, здесь по-любому должно фонить, радиация фонить. Но почему-то ее здесь нет. О, лезут. Всем занять позиции. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Лезут. Так, а один там... А, вон они. Смотри, сколько их тут много-то. Офигеть. Так, погоди. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, минус один. Пацаны, я одного замочил. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было перезарядить. Пацаны, я второго замочил. Ну-ка. Пацаны, я третьего замочил, ура! Вы-то там кого не замочили? Эй, друзья! Эй, ребят! Так, погоди, откуда? О! Ползает тут рядом, вокруг меня, блин! Ну-ка! Ух ты! Ай! Ай-ай! Ну-ка, ублюдок. Атас, пацаны! Атас. Молодцы, мужики, мы их одолели. Это просто высший класс. Атас! Сюда поболтаем. Окей, ща поболтаем. Погоди, я сейчас тут добро соберусь. То знаю я вас. Глазом не успеешь моргнуть, так уже...
как корова все слижете язычком-то своим. Так. Слышь, такой один новичок сейчас только что вам жопу помог спасти. Так. Тут трупаки есть? Не вижу. Не вижу, но вроде есть. Так, этого я смотрел уже, да? Так, хорошо. Пусто, пусто. А, ну этих я смотрел уже. Ага. Че, я оружие взял? Автомат взял, что ли? Иди, стой, второй. Выбросить. Он мне не нужен, ваш автомат. Вот такую вот. Снять бы вот этот пулеметчик просто. Просто на вот этот пулеметчик на снять на. Окей. Ну немножко прибарахлились так-то. Да? Как-то погонник, значит, вы признаете, залутались. Чувака убили. И имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы. Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Ой, мой говорит. Так ее признаю, командир. Все признаю. Вот тебе крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся. Да. Блин, так не смешно же. Так, окей, с тобой надо поговорить. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Если не хер. Два косаря, нормуль. Спасибо. Достаточно много знаю, могу поделиться информацией. Где? Давай. Расскажи себе. Меня зовут Бес, я пришел сюда 3 года назад, как и многие здесь беглец. На мне висит 2 убийства и тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе. Его по кускам в реанимации собирали. Пришлось нанести визит вежливости. Когда меня пришли задерживать менты, пришлось пристрелить одного из них и выпрыгнуть с 3-го этажа. С тех пор я обретаюсь здесь. И счет свой и набор статей увеличил прилично. А здесь по мере сил борюсь с приспределом, как и на большой земле. Тренирую и организовываю молодняк, учу их здесь выживать. Так, а чего в долг не пойдешь с такими убеждениями? Долг борется против зона, а я борюсь за людей. Кроме того, они слишком сильно связаны с правительством и армией. Не говорю желания в одно прекрасное утро проснуться в КПЗ. Ну, удачи тебе. Я достаточно много знаю, окей. Так, что это за место? Свалка. Место, где нам самое место. Видишь, куча всякого хлама. Туда лучше не ходи, там радиоактивные отходы, счетчик Гегера, как соловей поет. Тут единственный удобный проход вглубь зоны. И в последнее время здесь стали активизироваться бандиты. Дальше куда ходят опытные сталкеры, где территория долго. Они солнца боятся. А здесь шакалить, обдирая молодняк, милое дело. Так что если всем наплевать, приходится опять браться за оружие. Продолжай. Это моя жизненная позиция. Везде, а тем более здесь, необходимо оставаться человеком, а не скотом. У которого только одна цель – жажда наживы. Так, какие-то крупные постройки на свалке есть? По центру стоит большой заброшенный ангар, там в принципе достаточно тихо. В крайнем случае можно переночевать. Если пойти на запад в сторону агропрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которых мы недавно постреляли. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо. Так, спасибо, мне от тебя ничего не надо. Так, давай посмотрим, может что-нибудь... 725 всего, да? Так, 650. Смотри, что я тут нашел, короче. Я тут нашел у бандюгана. У бандюгана нашел артефакт. Что могу продать. Держи. Все, спасибо. Короче, 13 косарей у нас уже есть. Нам надо 7 косарей еще. Быстро. Быстро вообще, быстро. Окей. Но... продолжим, наверное, уже в следующей серии. Продолжим. Короче, пойдем в лагерь бандитов, который вот нам нужно уничтожить, и пойдем убивать того торговца. Окей. Также опять, как по канону, садимся у костра и заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.